Очень быстрая стабилизация по F-сенсору идет. Обороты холостого хода четкие, никуда ничего не пляшет. И краткосрочная коррекция также практически висит в постоянных значениях. Нормальное значение по F-сенсору это примерно 3,298 по техдоку. Примерно в этих значениях, в принципе, у нас F-сенсор и выводит показания по напряжению. Показания напряжения генерирует у нас блок управления двигателем. По току, который выдает нам датчик. То есть это расчетное значение. И видно, что нет никаких колебаний, все четко, стабильно. Все, прыгнул, отскакал и четко работает. Все, стабилизировался и пошел четко работать. Без колебательного процесса. Сейчас сделаем AF сенсор тест, посмотрим, как он будет отрабатывать. Так, давайте сделаем AF сенсор тест. Уменьшаем подачу топлива на 12%. Показания датчика пошли вверх. Смесь у нас обедняется. При этом краткосрочная коррекция висит в нуле. Погнали вниз. И уходим на нормальные параметры. Состав смеси альфа равная близко к единице. Сенсор вернулся к своей нормальной работе. Машина работает четко, стабильно. Пробег 60 тысяч, машина в идеале. Берем данные показатели за эталонные.